StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу. Ну что же, ребят, возвращаемся мы в прямой эфир. По-прежнему с вами наблюдаем за матчами StarLadder. Это, как и полчаса назад, американский дивизион. И по-прежнему это первый полуфинал сетки виннеров. Напомню, что во втором полуфинале сыграет Na'Vi United States, американский состав команды Na'Vi. Сыграют они с довольно неожиданным участником плей-офф, но, в принципе, у нас это уже тенденция, потому что если вы следите за StarLadder, то я думаю, вы помните, что и в девятом сезоне у нас тоже была команда Revenge из Перу, в которой, кстати, играло несколько игроков из Not Today, которые тоже участвовали в плей-офф, то есть были в топ-4 американского StarLadder. Ну, матч на VUS против Not Today начнется сегодня попозже. Старт этой игры запланирован изначально на 1:30 ночи по центральноевропейскому времени, то есть это вообще 2:30 по Киеву, 3:30 по Москве. Ну, возможно, если у нас вот эта игра закончится, скажем так, побыстрее, то и ребята из другой пары, может быть, захотят стартовать немножечко раньше. Но в любом случае, пока никакой информации на эту тему у нас нету, да и пока этот матч только-только у нас набирает разгон. О, ну что можно сказать вообще про первую карту? Знаете, Никс Ассасин действительно выглядел слабее, причем значительно слабее. У его Genius как-то и больше опыта. И вспомним этот момент, когда там размансовывал у нас Артурка вокруг дерева от Вайпера. Да, очень круто было. Действительно, вот это было именно круто. Вот классно очень он там все сделал. Кстати, вот в перерыве между матчами, перерыв был очень-очень короткий, но случился такой интересненький разговор в Твиттере. В частности, англоязычный комментатор, коллега наш из Beyond the Summit Studios, Йори, написал, что очень редко мы видим настолько рано вкачанный у Elder Титана Эхо Стомп, и что в этой игре было доказано, что это все-таки эффективно, и было доказано это в нескольких ситуациях. Отличная игра от Юниверса, ну, собственно, как всегда. На что буквально через 8 секунд после поста сразу последовал ответ от X-Mike в Твиттере, что нет, нифига, это плохой герой, и его Юниверс очень плохо реализовал, и вообще стан он зря качал. Ну, X-Mike, как всегда, в своем стиле. Но, ну, ты, наверное, все-таки прав. X-Mike все-таки... его команда намного слабее в этой игре. Ну, на самом деле, и опыта у Genius гораздо больше, и... как бы там игроки именно по pure скиллу, по своему, по личному скиллу, действительно сильнее, что Зай, что Фир. Ну, да, тут ты прав. Но все-таки этот интернешнл, да, если мы бы говорили об этом полгода назад и вспоминали, да, что как бы товарищу Заю там 17 лет, Артизи столько же, то какой там опыт был там у них? Да никакого не было. Но вот уже те все ланы, тот самый девятый сезон StarLadder. Очень много ребята просто прошли. Да? Прошли за последний год. Действительно. То есть здесь это два DreamHack. Нет, это один, извини, DreamHack. Это один DreamHack, это MLG, это StarLadder, это две поездки в Китай. То есть, ну и плюс, конечно же, International. Этого достаточно для любого коллектива, для того, чтобы набраться просто невероятного опыта. Да, так, ну что ж. Посмотрим, что нам PPD здесь преподнес в этот раз. Genius.
Банша, Джакира, Фурион и Тренд Протектор сейчас так немножечко бревнышек здесь поднабрали. Ну и снова для Артизи у нас будет Банша. Не знаю, поменяет ли он свой ник все-таки обратно на Артизи, потому что Эллисон, ему нравится, ну... Эллисон, он очень часто играет. У него есть еще какой-то идиотский никнейм, я не помню какой, какой-то тоже вот, ну, что-то в этом роде, который он иногда юзает, ну... Мне все-таки Артизи нравится немножечко побольше. Артизи всем нравится немножечко побольше, но ты же понимаешь, что надо быть нестандартным, надо добавлять какие-то там непонятные фишки, чтобы там комментаторы... Чтобы не скучать просто. Да, чтобы просто не скучать. Ну, типа, это же... Раз мы не меняем героев в пиках, давайте мы поменяем... Да, 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 я с тобой абсолютно... Ну, это же так же круче, ну, лол, ну, это же... Поэтому мы будем дальше пикать Бримастера, Разора и Войда, но мы будем менять ники. Ой, гении доты. Ну ладно. Да, давай, главное, чтобы играли хорошо. С каким ником это уже не настолько. Не столь принципиально, да. Снейки, Никс, Ассасин, Люкан, Брюмастер, Клокверк, Вич Доктор. На самом деле герои очень достаточно такие серьезные. Отдали Люкана. Люкан у нас постоянно на самом деле банят в последнее время. Этого персонажа видит все меньше, так как герой противный до ужаса. Вот ты отвернулся, да, буквально там, да, секунд на 10, у тебя нету стороны. Тебя уже схавали. Да, тебя Люкан просто там еще за ноги трепет всего. И вышку твою тоже так же быстро ломает. Есть Брюмастер, который тоже умеет очень хорошо драться, умеет отвлекать абсолютно всех. Отличный инициатор, опять же, есть Клокверк. Ну и сейчас под Вич-Доктора надо добрать какого-то потрясающего саппорта. Что-то со станом, конечно, желательно. И тогда Снэкникс Ассасин еще что-то могут показать здесь. Действительно, что-то могут. Хотя у Уилл Джиниус также есть вообще потрясающие герои. Взяли Тренд Протектора против Люкантропа, взяли Фуриона. Ну, просто, знаешь, то есть контрпуш какой-то. Трипла, здесь. Джакира, Тускар и Тренд Протектор — это такое ГВП вообще. То есть, ну вот серьезно, я не помню, кто это брал, но кто-то брал именно конкретно эту триплу. Просто ты влетаешь, в тебя сразу же залетает семечко, ты уйти не можешь вообще никак. Да, там еще Liquid Fire'ом тебя накрыли и... Первым сплом, естественно, также намазали, и ты весь в огне, ты весь горишь, и здесь семена лезут. Да, трудновато. Да. И у тебя еще там горит сзади, когда ты пытаешься убежать, и ты понимаешь, что убежать ты не можешь. Так что тут беда-печаль. Лады, ребят, ну что же, второй матч серии. Опять-таки наш админ, к сожалению, спит. Ну, скажем так. Не в прямом, да, подсыпает, скажем так. Он искренне извинился. Он настолько за целый сезон StarLadder за последний месяц привык к Best of 1 матчам там в Европе, в Америке, в Китае, что он в плей-офф продолжает упорно ставить 1-0 и... Ставить, то есть, 0-0, это Best of 1 серия, но это не так. Это далеко не так. Мы им честно говорим, что счет уже не 0-0. Что ЕГЭ ведут 1-0, и им не хватает сейчас вот этой вот карты, чтобы гарантировать себе финал Виннеров. Ну а финал Виннеров, это вы понимаете, это уже остается два шага всего. То, что завтра будет финал Виннеров, а послезавтра гранд-финал. Да, именно у нас 3 дня всего лишь плей-оффов, что с Китаем, что и с Америкой, все то же самое. У нас абсолютно везде, у нас по 3 дня. В среду мы будем уже знать чемпионов Китая, ну не чемпионов Китая, у нас в Китае как таковых чемпионов не будет. Что гранд-финал китайской Star-серии играться не будет, но его он не имеет смысла, так как у нас 2 квоты из Китая, вы знаете. А вот гранд-финал Америки таки будет играться. Если вы помните прошлый сезон, если вы помните гранд-финал прошлого сезона американского, где играли у нас Team Liquid против ЕГЭ, то вы обязательно в среду ночью заранее подготовитесь и не будете ложиться спать. Потому что тот гранд-финал я не забуду никогда, вообще его многие не забудут. Это невероятные матчи. Это последняя 5-я карта, которая уже заканчивалась в 9 утра по Москве. Но суть в том, что там была та самая легендарная 9-слотовая энигма от Артизи. Пересмотрите ту игру, она у нас есть на YouTube-канале. Это было что-то там. Легендарный был матч. Будем надеяться, что в этом году борьба за попадание на ланы будет такая же. Ну, или хотя бы хоть кто-то команде ЕГЭ навяжет эту самую борьбу. Ну, Нави есть, но Нави мы увидим потом. Ну что, смотрим. Снизу атака. Напали на Юниверса. Полетели каски. Каски в крипа, но тут прячет хорошо Зай. Юниверс успевает уйти. Дерево его выхилит. И так просто тут, конечно, никто никого не убьет. Юниверс сейчас зря, по-моему, позмансовал. Что он сделал? Он развернулся поплевать в Вич-Доктора. В прошлой игре Юниверс в самом начале делает какую-то вообще несусветную глупость. И сейчас тоже Юниверс
которому почему нельзя было просто уйти? Я не знаю. Просто уйти. Нет, возможно, он считал то, что у визажа там качан первый спейл, он просто не увидел, потому что визаж не плевал действительно все это время, всю ну, там, 10-секундную драку. Напали назад. Ну просто если бы у визажа был вкачан, то он бы его, наверное, дал. Вот у Зая сейчас траблы, и Зай успевает. Ой, как же выйдел, хорошо. Но все равно этого ему не хватит, да. Он... Да ладно, еще и отпился! Еще одна тычка залетает! Зай взял левел Юниверс, тем временем убил одного. Тут же у нас, ты посмотри, какие проблемы сейчас будут у Фафенстафа. Сигил ставит Зай. Да ладно, неужели Ливигар Морс спасет? Да что, как? Очень, конечно, хорошо сейчас он из Дота, ты пьяна, иди домой просто. Это жесть. Ну вот серьезно, ну вот это же, да, это действительно, вот это действительно потрясающий момент. И... Вот. Левел Genius радует, действительно радует, что банша в прошлой игре показывал, что сейчас такие вот малозначительные пока что моменты происходят, но красивые до жути на самом деле эти моменты. Так, Вич Доктор у нас сейчас куда-то в мид здесь будет выходить, но, по-моему, Фира достаточно трудно забрать будет в мидлейне. Кстати, Фир у нас стоит против Люкантропа, да, здесь на банше. Да, только заметили, что у нас так Артурка-то решил поиграть нас на Nature's Profit, на котором, кстати, у него тоже иногда очень хорошие игры получаются. В частности, в Китае на последнем лан-финале на веке он там на этом профите давал жару серьезного. Сейчас Фира будет убивать. Так, спину, не конечно. Ну, он пошел. Нет. Да, на самом деле, нечем его здесь убивать, потому что Люкантроп нет вообще типа здоровья да, абсолютно. Типа да. Ну, а Вич-Доктор тогда что делает здесь? Ну, туда уже Вич-Доктору надо идти на топ, пытаться как-то помочь своему Клокверку. Клокверку, опять-таки, помочь очень тяжеловато. Ну, качается инвиз, и сейчас, наверное, прохарасит спокойно и просто уйдет обратно. И да. Собственно, что я сейчас и делаю, потому что забрать, конечно, Фира здесь не получится. У Фира есть два глотка в батле и танго. Без разницы вообще, харасишь ты его, не харасишь ему. Пока да? Что... Отпивается и все. Еще на четвертой минуте, если законтролить труну, то можно уже будет откровенно говорить, а просто в салат выигранном лане, потому что сейчас в два раза он выигрывает, у него 19 на 3 так, против 11 Флав на 0. А что делает Флав, расскажи мне. Флав сейчас спалился там, увел с собой коляску. Я не знаю, что делал Флав, вообще здесь снизу, кстати, проблемы у ТС. Напали мы на него вдвоем, приморозили, Зай пытается его с Юниверсом дальше избивать, вот он и шарик, и привет. Брюмастер. Да. Брюмастера, конечно, здесь не отпустили вообще, абсолютно. Как очень много дизейблов, очень много слова. Мацкое замедление. Ну что ж, что там у нас есть на верхней линии? X-Mike стоит довольно спокойно. X-Mike 4,5 уровень. Ну там зато X-Mike уже у профета. Он еще борзеет, там очень серьезный X-Mike на самом деле. Посмотри, где он стоит у нас. Так, леса. У нас тут в лесах загуляли немножечко. Ну вот надо быть осторожным, Юнивец. Полетели станы. Кстати, Уайтберда можно убивать. Уайтберда нужно убивать, его приморозили. И пытается убежать отсюда Юниверс. Получает он клэп, сюда залетает Фурион. Уайтберда сейчас добьют, да, Уайтберда убили. Юниверс уйдет отсюда, потому что если Вингер Мор, еще надо убивать Флаффенстаффа. Ну хотя, вот тут, кстати, проблемный может быть и Артизи. Вот ему очень больно, сейчас будет еще клэп, да, и Артизи тут может погибнуть. Нет, должен сейчас вкатиться. Ой-ой-ой, поставил. Сигил. Вард, господи, как сейчас разводит Evil Genius, как хорошо играет эти сейчас ребята здесь. И ты смотри, и этот еще бежит же и бьет, сейчас Рокет на тебя залетит с хайграунда от X-Mike, и ты труп. Там полетел уже Рокет, я вот смотрю на него. Попадет ли этот Рокет в кого-то, нет, он в никого. Сейчас TC спасло, он в Зая сейчас попадет. TC повезло очень сильно, у него прокнуло два миса под вышкой, прям когда у него было буквально там 5-10 хп. Ох, какая-то действительно агрессивная дота у нас. Я за целую неделю к Синокапу привык настолько к Китаю, то что меня сейчас это удивительно. Не, ну да ладно, в Китае тоже иногда, ну иногда попадаются иногда хорошие матчи. Очень действительно хорошие матчи. Мне очень понравились команды, там Hyper Glory Team выступали очень классно, и Vici Gaming показывают такую какую-то агрессивную доту. В миде у нас Люкантроп тем самым временем отъехал. Ну вот чем отличается игра на Фурионе у Артура от абсолютно всех остальных товарищей? Потому что этот никогда не будет стоять на линии или бегать там в лесах, пытаться выфармить себе мидас или что-то такое. Что там ложкой лупишь по экрану? Чаёчек. Чаёчек так глотнул. Я думал, получится бесполезно. А, то есть спалил, ты тоже из тех людей, которые ложку не вынимают из чашки, когда пьют чай, да? Не, литровая чашка. А зачем там ложка тогда? Она же мешает. Ну, она же мешает. Выми ее, положи рядом. Ладно, шучу. А к этому, возвращаясь к Фуриону... Могу не вынимать? Можешь не вынимать. Флаффенстафф снизу тем временем сгорел. Без шанса тут для него. Догорает он от Юниверса. Все-таки третий Liquid Fire. Очень опасно. Уайтберд! Самое, собственно, да, отправляет сейчас в таверну. Также Вич-Доктор. Вич-Доктор пытается уйти. Хотя нет. Нет. Все-таки... Слушай, они тут решили вообще всех поубивать.
Ну и тут просто. Что, кстати, насчет Фуриона, Кошква играет не хуже. О, да, 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 да. Вот тут ты прав. Есть Кошква и есть вот, вот собственно, Артизи. Вот просто что угодно могут вытворять. Один, второй. Я, конечно, не люблю преждевременные давать прогнозы, но, по-моему, здесь Никсы уже проиграли. Ну давай сейчас посмотрим спину вот по графику. 4000 на пятый левел. Ну куда ты идешь? Куда ты идешь? Юсаш, у тебя пятый левел. Что ты делаешь? Те что тут убьют, если захотят. Ну, правда, ой, да. Ой. Артура, наверное. Артура здесь стерла очень быстро, там, расцарапал всю спину Фуриона. Я просто думал, что Артур, когда его увидел, он сразу начнет улетать, или же они будут нападать. А, у него на кулдауне было ТП, у него первого левела ТП. Бывает. Да, не было скролла, конечно, очень все печально, но все равно, ничего страшного. Ну, всего-навсего вторая смерть у ЕГЭ. То есть, ну, такое. Третьего левела Вич-Доктор, который пока никакой опасности, понятное дело, не приносит. Снизу, экшен. Смотри, Фурион залетел. Начинает бить Флафенстафа. Аж пытается убежать. Фурионщик, кстати, сейчас погибнет, он слишком далеко зашел. Ну, вот. Урона, конечно, у них Ассасин хватает очень да. Серьезно. Урона и подставляться нельзя, Зая должны тоже убить. Зая не должны отпускать ничего юниверса. Здесь. Господи, приехали все абсолютно персонажи Элджиниус. Умрет также у нас Зая, Зая не отпустят здесь, и Юниверс, скорее всего, тоже будет у нас погибать. Да, хотя... Зая добили так. Уже под Т2, а Юниверс... Юниверс-то не сдается! Надо бежать отсюда бежать. У Юниверса, если что, по-моему, на карте сейчас самый высокий уровень, да? Вот Банжа, да, тоже 8-й. Все, такой вот у нас боевой Джекира получился. Кстати, Фир опять отдельно играет от своей команды. Хир у нас пока что стоит в миде и с экзорцизмом пушит в вышку очень быстро. Подожди, кстати, намекаешь ли ты на то, что он все еще не вписывается в эту команду или просто что он такой стиль игры? Нет, потому что у него сейчас такой стиль игры, именно как и на Вивере, собственно. Потому что если он может, почему бы так не играть? Почему бы не ломать вышки, почему бы не фармировать, если твои тиммейты справляются вчетвером еще лучше, чем вы впятером? В миде забрали Вич-Доктор, сейчас будет пытаться забрать ТС, влетает на него, будет ли помощь от Фира, должна быть помощь от Фира, тут Frozen Sigil летает, который пытается помогать как-то Ашу, и смотри, как это Сигил сейчас спасает Зая. Да, Аш два раза отменил атаку. Хорошо, на ХГ я зашел, ладно, там пропал Вижн, но вот здесь вот он действительно отменил просто тычку. Эллисон, маночка его сейчас Вич-Доктор добивает. Артизи, он, понимаешь, вот Артизи в этой игре играет вот прям как вот, я не знаю, как камикадзе просто, без боря. Мясной роль, да. Такой, я влетаю, рубилище и так далее. Уэйтберт забирает Тускара в размен. Тут шестой фраг, это для команды Nyx Assassins. А только что был у нас два фрага, уже шесть. Вот Уэйтберт в миде понимает, что... Что наверное... за глупые ошибки сейчас происходят? Не, ну как глупые? На него напали в инвизе, то есть, ну, это да, еще куда. Сломали тебе только что, сломали четыре человека. Локер минус Джакиро, где это вообще произошло? Ты вот посмотри, где Джакиро умер. Джакиро практически... Вот это нормально? Не, я понимаю. Опять же, там тоже был один, конечно. Что-то обнаглели, ребята. Короче, я сторон. Люблю экшен, но не такой экшен, когда ты не успеваешь тупо камеры по карте водить. Вообще просто смерти происходит тупо везде где-то. Вот все всех бьют. Что-то нереальное происходит. Да, ну вот и мы видим, что 9-я минута, уже 6500 голды, 3000 экспы. И сейчас еще один тавр заберет. В миде опять-таки у нас экшен, Флафенстафа сдули. На доп. Два ТП. Хорошо, прилетели X-майки, есть хукшот. У нас Фуриона здесь, и Фурион, естественно, не улетит вообще без вариантов. Ой, да ладно! Ой-ой-ой. Как хорошо он себя вытолкнул. Как он оттуда себя вытолкнул? Я не понял. Деревьями. Он поставил то есть он поставил деревни, и они его толкнули и вытолкнули из коков? Да. Вот это сильно. Да. Вот это было очень круто со стороны Артурки-то. Вот этот Фурион, он должен понять от Изи, что быковать, конечно, круто, но как бы у него хп нет. Проблема, X-майка. Ой-ой-ой. Конечно же, Блэдмейл, но там Джакира не столь, конечно, нажигает, на самом деле. X-майк вот... хорошенный уходит. О, хп себе снес, кстати, там Джакира. Зай. Зай, есть у него шарик. У ТС нету маны. ТС, конечно, прожал стик, есть ультимейт. Спину, и, да, Фир с ультом, четверых просто. Пытается сбить X-майка, X-майка не сбривает. И Фир сейчас один остается в толпу. Получает там Маледикт. Фир должен погибнуть, конечно, сейчас от тика Маледикта.
Да, его там развалило, но и он потерял сразу же свой доминейтинг. Ну и там у нас, кстати, сейчас Тускар, панда разбегается. Один дерется. Что происходит вообще? Тускар убивается просто об Блейдмейл, в то время как остальные стоят вообще какой-то хренью занимаются. Всех развлекал Брюмастер, всех развлекал TC в ультимейте. За это, конечно, сейчас поплатится, но все равно никуда не могли улететь абсолютно. Там пытался прилететь Фурион, Фуриону полетел кирпич в голову. А и он не смог. Фурион пытался у нас вот сюда, вот да, к Банше прилететь, и у него это не получилось. Боже, вот это жесть просто. 15-9 у нас за 11 минут продолжается. У нас нереально лютый экшен по всей карте в миде. Ой, как хорошо здесь все сделал, конечно, Артизи. Да, действительно, Зайс падет, правильно. Ну, отправляется. Наверное, конечно, Люкантроп здесь уже без вариантов. Вышку еще задонайли. Сколько их шона? Вот, доброй ночи, друзья. Да, если вдруг кому-то спать там захотелось, то ЕГЭ, по-моему, намекает, что, ребят, спать сейчас не стоит, потому что, ну, спать это для слабых. Они тут дарят какой-то такой... Фан-фан-фан. Что го-го. И появляется действительно на 12-й минуте у Профета у нас Silence. Сейчас он себе донесет этот аршит, станет немножко более полезным для своей команды. Но, наверное, ЕГЭ, чтобы продолжать вот в таком ритме играть, надо как-то вместе начинать бегать. А не по одному дефлайк. Так, надо, на да, вот теперь уже Фира. Действительно с Баншоном носиться всем. Фир переживает. Спокойно Коги и... Смотри. Еще такую тычку коварную просто в лицо ему. На тебе, скотина. Да. За всю боль. Редиска, ты нехороший человек. Ну что, Фир, 11 левел, 4.1.2 у него. У Фира, в принципе, тоже с артефактами все очень хорошо. 6.900 нетворса, 5.700 у Артизи, 4.700 у Юниверса. Ну и всего 3.900 у Аша на Ликантропе. Так, драка на Рошане. Подняли ветра Уайтберда. Сразу же Макропира ему под ноги. Заморозили. Уайтберд, до свидания. Так. Ну, тут Флаффенстаф поставился очень сильно. Он погибает. Флаффа, да, должны здесь, конечно же, убивать. Ну, и спокойненько там Фурион заканчивает это все дело. Дальше. А зачем они дальше идут драться? Ваших два уже нет. Аж, куда ты идешь? Нужно просто уходить. Нужно просто идти. Ты же без ульта. Нет, он с ультом уже, слава богу. Ну, убивайте всех панк, короче. Просто убивайте всех панк. Мой вам совет простой. Икс-Майк тоже погибает, это уже третий, это уже четвертый, извините, минус 4. Да, и остается только один на Почему? TC. Почему? Нельзя было отойти втроем? Я не знаю. Ну, тут уже all-in просто, да, и TC последний, это сейчас будет минус 5. Как бы после этого просто не последовало, как же четверо вкатились просто в TC. Птицы убьют такие Артизи! И Артизи, волки за ним, урна! Все выхиливается, Артизи остается все-таки целый, еще волка убивает. Артизи, по-моему, с нуля хп до 700 выхиливали за эту драку раз в 8. Вот просто у него 100 хп, опять 700, 100, 700, 170, минус 5 сделали ЕГЭ. Кстати, подойду к теме своего главного вообще пожара с Фурионом связанного. Это 3 нулики с Бэтмейлом. У меня с этого вообще рвет, у меня в комнате температура плюс 35 становится моментально. Не всегда. Смотри, как хорошо, какой хороший ультимейт ставит Уайтберд. И как классно все делает Уайтберд, он сейчас может убить хотя бы кого-то, но вот мы видим... Но он убил у нас кого-то уже, нет? Нет, все повыживали. Тупо все повыживали. Да, здесь уже дизмораль, мне кажется, с Ассасин. Да, тут уже пошел серьезный такой фид от Никсов. Там Клокверк опять врывается, еще не попадает хукшотом, его поднимает ветра Фир, здесь же Фурион, еще одни ветра. Макропира. Это же какое-то насилие такого рода, да, своего. Да, это действительно, уже тут табличку надо, такую цензор вешать. И не показывать это детям младше 18 лет. Да, ЕГЭ проходит финал виноров, мы можем абсолютно смело об этом говорить. У нас очень короткий какой-то полуфинал получается. Ну и у нас будет просто громаднейшая пауза до второго полуфинала. Ну, возможно... В связи с тем, что действительно такой короткий этот будет полуфинал, то второй матч начнется раньше, но я в этом не уверен. Да, смотри, 15 минут, 12 тысяч золота. Чего ждут Снэйки Никс Ассасин? Чего ждут, раз вы шли умирать впятером, а не вдвоем вместо пятерых? Почему бы просто не написать уже действительно good game, так как шансов крайне мало у ребят. Очень сильно стучишь по клавиатуре. Да, 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 я уже понял. Я так быстренько отписал там лобарям некоторым. Видя опять Макропира, айспад, Silence по двоим. Горят, TC горит. Ультанул все-таки перед смертью.
Ну и White Bear, ты смотри, неплохо поставил. Так, минус Фурион, у нас очень быстро сбрили Фуриона здесь, за их с Майком бегут, подняли на ветра у нас Баншу, задуть не сможет, полетел сейчас. Да, туда, какая Fire. Тычка вот эта такая. Лишь вот. То, что Панд разложился и также не отпустит здесь уже TC. Минус 4, разменяли в одного Фуриона. Есть вот эта вот Сакура злая, которая бьет вышки сейчас, поэтому, собственно, есть крипы, и танковать можно. Злая Сакура. Это какие-то неда... Короче, это не важно, что это такое. Я даже не хочу обострять внимание на это. Вроде Сакура. Какая-то ересь. Тем временем Аш пытается забрать второй тавр для себя, и то первый был заденайен. К тому же, вот надо волков поубивать или заденайть еще одну вышку. Тут глиф заюзан. Вообще ЕГЭ не дают ни грамма. То есть, они заденайли тавр в миде, сейчас пытается еще один заденайт. И смотри, Аш решил просто суициднуть в тавр. Там висит сейчас. Ты понимаешь, что тавр просто... Армор, он выхиливает больше, чем бьет гигантроп. Вот забывают команды про то, чем славились ЕГЭ до Интернешнала, да и на самом Интернешнале тоже, это своим пиком Тренд Протектора, на котором они отыгрывали просто каким-то феноменальным образом. Ну и вот он, Тренд Протектор, пошел выхиливать вышечку. На топе фуловая, снизу скоро тоже будет фуловая, тут дерево вообще не проблема заливать ее там. По кулдауну Ливинг Армором, PPD следит за этим всем хорошо. На топе Фир убежал. У Фира появляется, очень скоро точнее появится у него уже Шива. Ну да, там осталось 1000 голды. Ну, чуть побольше 1000 голды. Мидя минус, очень быстрый минус. Юниверс 17 ассистов. С блинка догоняет Вайтберда. Вайтберд пытается спрятаться. Его тут задули. Вайтберд. Вайтберд, сейчас его видно. Полетели каски, ну и White Bear тут все-таки, наверное, уйдет. А вот TC так, вряд ли. А вот... Ну хотя нет, TC спокойно делал телепорт, хорошо, Зайс падили. X-Mike должен бегать, что-то пытался здесь сделать. Как-то пытался засейвить, конечно же, TC, но... Что, смотри, какой шарик, иди сюда, White Bear. Ну вот это, по-моему, далековато сейчас забежали ЕГЭ, за это можно, можно и получить по голове немножко. X-Mike идет быковать, закончился Blade Mail, Зай должен погибнуть. Зай, да погибнешь ты в конце концов. Ну, как они живут? Ну вот, Фурион тут уже никуда. Наконец-то. Даблкил делает хоть кто-то, и Вичдоктор. Триплкил, ну так. Смотри. Давай, с руки. Еще и Юниверс. Давай, Вичдоктор, я вижу в тебя. Верю, Вичдоктор, ультракил. Давай, Вайтбер. И смотри, выживет. Хорош. Жесткий просто White Bear, ультракил и Фир минус. Это минус 5. Ну, а Эгис продал Фира, я не знаю, как его убивать второй раз. Да нет, сейчас, конечно, должны его отпускать здесь уже. Шива на развороте, Fluff and Stuff, огромные проблемы. Фир под монеткой очень сильно проседает. Под медалькой, извините, но, правда, задувает одного. Ну, конечно, потрясающе. Сейчас на ветра, просто он поднимет на ветра и уйдет оттуда. Такой паб. Смотри, Мидас покупает. Тебе вообще, что ли? Он тут залетел в спину. Аш за регеном, забирает реген, чтобы не забрал его Фир. Ну и тут уже Фурион закрывает двоих вот этих вот влюбленных. И это очередной фраг Клокверк. Ворвался Фуриона. Фуриона надо быстро убить, но тут же ветра. Коги ударились. И Фурион в Блейдмейле. Фурион в Блейдмейле. Клокверк, конечно, в Блейдмейле, но это не мешает. Убийство этого самого Клокверка. 35-14. Что вообще происходит? Объясните мне кто-то, что это за паб у нас здесь? Просто паблик. Снейк Никс Ассасин не пишет Good Game, просто рассчитывая на какие-то три ошибки подряд. Ну, ты понимаешь, здесь доктор делает ультракил и приобретает себе уже Shadow Blade. Ты видел, как он заивейдил здесь ворон? Да. Вот это стоять в визы и отбежать просто царь. Так, ну что? Дота нереально интересная у нас сегодня ночью. Я прям действительно уже не хочу спать. У меня сначала было такое, ну, настроение как бы сонное более-менее. А сейчас я прям бодр. Ну что здесь? Сел, Сайленс получил, есть форма овчарки, но нет формы овчарки. 42 секунды еще не будет. Фир по-прежнему живой. Брюмастер. Одного уже мини-брюмастера убили. Сейчас убьют Флафа, да, убили Флафа. Ну, Фир также должен здесь умирать у нас. Вайтберда последний раз стикнул. Ну, смотри, Фира-то на этот раз смогли убить. Вот Фир и в прошлый раз смогли убить, как бы там один. Огромная проблема в том, что абсолютно все драки в этой игре проходят под Frozen Sigil'ом от Зая. А это такой дисбаланс вносит просто. Это а ты его не сможешь сломать, пока ты будешь его ломать, ты да. Проиграешь драку уже. Вот PPD просто добил сейчас, каким-то образом врывается Зай просто в TC, решил до конца Зай, здесь же PPD снизу. Байбэкенс у нас Фарион, так кстати, так же прилетел в драку. Что происходит сейчас? 5. Dota 2 пишет USA.
просто Dota 2, Да, это действительно, ребята, Dota 2, и вот я, не знаю, последние дни много смотрел трансляции по League of Legends, там, финалы, я там, когда какие-то матчи включаюсь, я ничего плохого про эти финалы не говорю, потому что они проводятся на высоком уровне, но там был какой-то матч, где на 25 минут счет был 0-0, и ты думаешь такой, ё-моё, сейчас 41-16 на 20-й. Поехали дальше. 57 фрагов за 20 минут. И экшон там продолжается. Ну что, полетели каски. Все живы, опять-таки, никсы. Хотят они дальше воевать, хотят драться. Sad boys. С плачущим Максом. То, что надо. Врывается USH. От него просто все убегают. Пытаются убить Whitebird'а. Убили его. Все на хэграунде оказались. Так, закрыли двух волков. Мишу, Мишу бить давай, Миша, Миша Блейдмейл, Миша драться до конца. Миша живет, очень, очень серьезно, но сейчас ульта на уличе у него нет, здесь уже без вариантов, конечно, для него. PPD себя выфорстафнул с хайграунда, TC, Silent, 5 секунд ультимейта, дадут ли ему ультануть? Да, 2 нет, секунды, конечно. Одна, нет, убивает. Чуть-чуть не хватило, там, кстати, еще и флаффенстафф. Минус 5 просто. Ну, очередной раз, 46-16, 62 фрага. Просто 25 тысяч в золоте. Попчанский в исполнении команды ЕГЭ просто высочайшего уровня. Я не знаю, сколько там у кого фрагов. 13 фрагов Фир наклепал, 15 наклепал Артизи. Но ЕГЭ там решили просто через атаку. 26 ассистов Юниверс. Юниверс, конечно, просто божественно отыгрывает на Джекира. Хотя в самом начале начал он, ты помнишь, да? Да, с ферстбладов вот этих вот. Да, конечно. Что в первой, что во второй игре Юниверс, конечно, дает жар. Ну что, здесь поймали у нас Whitebird'а, и Whitebird просит не бить его. И его действительно не бьют. Нет, если бы его оставили, действительно, было бы... Я бы сейчас в голос ржал здесь. Шутка, юмор. Ну что, Аш пытается жить. Кстати, PPD сейчас погибнет. Форстав, Living Armor, и выживает PPD. Еще и урну в лицо ему кидают. X-Mike минус. Продолжается этот попчанский. Фир здесь бегает по базе давно. Аш... тоже минус. Кстати, убили таки Зая. Ворвался TC, сейчас приговорил, конечно же, Баншу, разложился. Ну, нормально, нормально. Давай. Убивай его. PPD и... Ой, на ветра поняли. Но теперь, конечно, да, должны, конечно, здесь цеплять однозначно. И не уйдет. Там байбэк Тускара. Отлично. Ты смотри, опять-таки минус 3 делают ребята из Nyx Assassins. Но у них... Трон горит. 3 вардов на базу натыкали им просто сейчас здесь ЕГЭ. Прям под фонтан. Что это? Просто что было. А, ну тут голый трон, понятное дело, что... Не говорю, у них трон горит, да. Минус 3-то они дали, это понятное дело, но... ЕГЭ-то тут, понятное дело, выиграет эту игру, но самый главный... Сафан никто не отменял. Да, Сафан никто не отменял. 50-й фраг уже у нас пошел. X-Mike пытается с Юниверсом драться. Whitebird пишет, я не могу выйти из фонтана. Ну, уже вышел. Слава богу. Аж, до конца. Давай, мужик, ты должен сделать хоть один фраг. Это 0.8. Ну, хоть Сигил убей. 120 голды, красавчик. Красавчик. У трона проблемы. Пацаны, у трона проблемы. Делайте что-то с троном. Так, шарик. Врыв. Неплохо убили X-Mike в очередной раз. Ну, тут уже, наверное, сейчас не дадут возможность отдефиться еще один раз. Ну, без фонтана полезут, вот в чем вопрос. Это сейчас самое главное. Конечно, новость. Полезут, это же ЕГЭ. Лоло. Если трон раньше не упадет, они тут будут клепать эти фраги, пока им не надоест просто. До соточки добьют, тогда, возможно, надоест уже. Но, к сожалению, трон будет падать. Хотя нет, Фир говорит, все, ребят, хватит. Хватит. Что это за беспредел? Он идет под фонтан, собственно. Хорошо. А зачем он БКБ нажал? Ну, чтобы не застанили. Смотри, 33 шарик, троих, четверых. И поехали просто. Фир сгорел. Ну, ты смотри, двоих убили. Сейчас появится клок, как всех поубивает просто. PPD также настроится, наверное. И Юниверс тоже таверну. Слушай, они сейчас не сдадутся. Нереально. Ну, правда, у трона там осталось уже 900 хп. Зай тут с блинков пытается по карте передвигаться. Это минус 4 в очередной раз. Ну, и падает трон уже. Слушай, а прикинь, сейчас камбэк с такой игры сделать. Здесь можно просто в локенбаре зайти и рукой набить. Нет, камбэк действительно здесь было. Я бы в оморок упал, наверное, если был камбэк. Могу почку поставить, смотри, что не будет. Почку, говоришь, поставить можешь? Все, Зая говорит, now you're playing Dota 2. Надоело играть. Какие-то смайлы невероятные просто у Фира.
У нас 24-54 счет, у нас продолжается вот этот трэш у Гарриса Дамия. Ну, мы понимаем, что ЕГЭ у нас уже в сетке винеров. Это, ну, как бы, я думаю, понятно всем абсолютно. И выигрывают они этот матч. Чем мы их, конечно, поздравляем. Завтра будет финал. Подожди, давай, вы, конечно, навряд ли будем поздравлять их. Думаешь, рано еще? Ну как, минуток через 5, может быть, поздравим. Хорошо, все, ждем. Тогда рановато, тогда они еще никуда не вышли. Нет, просто прилетел. Просто упал трон. Ну, вот, ну а че париться, правильно? Ну, просто че париться? Какой там у них, я не знаю, ГПМ, я сейчас гляну просто, потом топовый ГПМ какой-то был. Сники Бэкдор пишет PPD. Не, ну нов ЕГЭ на упати, это, конечно, просто жесть. Да, мы были правы. Выходит команда ЕГЭ в финал Винеров. И сейчас мы посмотрим статистику второй карты. Итак, Артизи 18 фрагов, Фир 14. Напомню еще раз, что игра длилась 25 минут. Если вы вдруг забыли. 11 фрагов у Уайтберда на Вич-Докторе. По смертям. 15 раз умирает. 15 раз Флоффенстаф умер. Как можно за 25 минут 15 раз умереть? Я не знаю. Но как-то умирает он каким-то просто невероятным образом. Дальше. Ассисты, я смотрю. Ассисты у нас... Юниверса 30 ассистов, о, 22. А Паласт Хитам, кто-то хоть крипов бил в этой игре? Ну, 110 20... крипов у Фуриона, это 121. У Фуриона, да. Это серьезно, ГПМ, смотрим ГПМ. 670 у Артизи, 670 у Фира, все ровненько, ну, неплохой такой ГПМ. И нанесенный дэмэдж 26 800 у Фира. За 25 минут. Фантастика какая-то. Да. Ну что, турнирная таблица выглядит вот сейчас вот так, точнее сетка. ЕГЭ в финале Винеров, Sneaky Nix Assassins в нижней сетке будут играть. Ну а следующий матч, который нас ждет, это Na'Vi US против Not Today. И эта игра запланирована стартовать аж через 2 часа. Но, возможно, она начнется раньше. Так что вот я не знаю. Вот но, сейчас, собственно, получим. Нам пишут. Да, что игра в матче начнется через час 30 минут, то есть в 2 часа. 3 часа по Москве, 2 часа. Да, 2 по Киеву, 3 часа по Москве, да. Ну, по сути, окей, конечно, но возможно даже еще раньше начнется. В любом случае, я вам рекомендую далеко не уходить. Таймер, конечно же, будет у нас постоянно тикать. И вы будете видеть, сколько осталось до игры. Это, ну, это всего один матч, у нас сегодня остался. Больше никто играть сегодня у нас не будет, конечно, Na'Vi US против Not Today. И все, ну, я понимаю, что немногие из вас дождутся и, может быть, покинут нас с целью посмотреть эту игру завтра в записи. Но я бы вам не рекомендовал, потому что если вы сейчас уйдете спать и, как бы, не забьете, да, на все и не дождетесь игру, то вы проснетесь, у вас с утра сгорит монитор. Вы же не хотите, чтобы у вас сгорел монитор, правильно? Так что будьте осторожны со своими желаниями. Вилат колдун просто. Да, я вот не надо ложиться спать, потому что так это будет нечестно. Ладно, ребята, пауза, музыка, я не знаю, я включу какой-то полторачасовой сет. Вот ровно полторачасовой у меня сет есть, вот музыки из фильмов. Прикольный от Ханса Зиммера. Так что вот через полтора часа мы с вами опять-таки встречаемся и продолжаем смотреть этот полуфинал Na'Vi US против Not Today. Все именно так, никуда не расходимся.